Перед вами представлен разветвитель прикуривателя Profit, модель C46Q. У него есть два гнезда прикуривателя, два выхода USB и Type-C. Эта модель 120 Вт по мощности, то есть в гнездах прикуривателя у нас максимум 10 ампер может быть. А что касается USB разъемов и Type-C, они поддерживают быстрый заряд, вот этот USB и Type-C поддерживают быструю зарядку от 5 до 12 вольт, при 12 вольтах 1,5 ампера максимум, а USB разъем, который у нас синего цвета, он не поддержит быстрый заряд, на выходе имеет 5 вольт, 2,4 ампер. Также в комплекте идет предохранитель 10-амперный, один предохранитель уже вставлен, это у нас в комплекте дополнительно положили. Спасибо Profit производителю. Еще у данного разветвлителя есть кнопки отключения гнезд прикуривателя. Очень удобно, так как можно не доставать зарядное устройство гаджета, а просто отключать с помощью кнопочек. Посмотрим. Вот нежная такая подсветочка. Нажимаем на кнопочку, оп, отключили разъем. Нажимаем еще, отключили. И также загораются на экране цифры. Это у нас цифры, которые отображают напряжение аккумулятора самого автомобиля. То есть функция вольтметра есть в этом разветвителе прикуривателя.